Мировые лидеры прибывают в столицу Филиппин, Манилу, на саммит АСЕАН, крупнейший форум политической и предпринимательской элиты стран Юго-Восточной Азии. В воскресенье вечером президент Филиппин Родриго Дутерте устраивает для гостей прием, посвященный 50-летию АСЕАН. Основные же мероприятия саммита намечены на понедельник и вторник. На улицах Манилы безопасность участников обеспечивают около 60 тысяч сотрудников полиции и спецслужб. При том, что на улице города то и дело проходят уличные акции недовольных приездом на Филиппины президента США Дональда Трампа. Повестка дня форума – вопросы борьбы с терроризмом, экономической интеграции и соглашение по защите прав трудовых мигрантов.